Коллекция, которую мы здесь наблюдаем, является важнейшей частью всего того, что мы называем русский авангард. Важность авангарда не только в том, что он кардинальным образом повлиял на судьбы русских художников, на судьбы русского искусства, но также и то, что он, по сути, запрограммировал 20 век. До сих пор мы еще видим какие-то отголоски в тех поисках, которые ведутся художниками с мировыми именами. Замечательно, что это есть здесь, на греческой земле, собственно, в колыбели всего того, что мы называем искусством, и всего того, что мы называем цивилизацией. Я очень рад быть частью этого и наслаждаюсь этим вместе с вами.